Запускаю. Вестерл. Есть. А, пупсика слышу! Блин, ты меня напугал, Алексей! Я думала, пупсик в игре укает. Пупсика! Ну все. Мы с вами томно пощупали дом, и он нам дал костер. Сделка по обоюдному согласию. А, кстати, что-то какие-то яркие краски, как будто ЛСДшки навернула. Хоба! Там секретик, полюбас. Что-то не получается сегодня. Ну ладно, пошли в другую игру. А по воде можно плыть? По воде можно плыть. Блядь, застрял, братан. Помогите. Блядь, я мотик утопила. Верни мотик, брат. Ой, блин, я мотоцикл утопила. А можно второй? Это была плохая идея, да? Пойду исследовать жопы лица. Вон трубу вижу. Бляха, муха. Вижу трубу. О, вот это... Какая-то задница. Джига-джига-дрыга. Блин, братан, тебя только мне не хватало. Там сзади жопа. Блин. Да-да, вон она труба. Это не та труба. Ой, братан, не трогай. Бляха, муха, брат. Подожди, не ступай на меня. Ой, все плохо, ой, все плохо. Труба, пожалуйста, труба, труба, пожалуйста, не убивай. Все работает. Маец, все так делай. На всякий случай этого вольну. А он не живой, походу. Ладно, отойду. Ну все, Россия. И вот так могу. Хоба, лох. Ну, возможно, моя душа и мое кольцо приведет нас к пупсику. В поисках пупсика. Ла-ла-ла-ла. Ха-ха-ха-ха-ха. Подзастрял немножечко. Может быть, пупсик? Это не пупсик. Это ложный пупсик. Да, это ложный. Вупси, не пупсень. Вот есть пупсик, а это вупсик, короче. Блять, не наш пациент, короче. Пупсик. Наверное, дальше. Пупсика слышу! Блин, ты меня напугал, Алексей! Я думала, пупсик в игре укает. Блин. Ну ладно, я тебе поверю. Пиромантия. Вот что тут такое чикает? А что, у нас баловаться есть команда? Ничего-то не знаю такой команды. Вас хотят взломать, поменяйте пароль. Опять на лицо садиться или в жопу пихать? Это моя нормальная, любимая стратегия. Все нормально. Ладно, все, погнали в жопу. Так. Опа, здравствуйте, что за туннель? Оба, на жопе. Должен был на жопу сесть, а не на картаны. Как-то не по ГОСТу. Чуть, блин, какая-то... А, тут можно управлять. Ой, дурень. Своей башкой оленьи пробил. Ой, мама. Ложа хаоса. Хидрит Мадрид. Блин, это кто такая? Дриада сраная. Ты кто такая? Ложа, блин. Ложа восстала. Одну руку, что ли, убьешь? Мать твою, не надо меня трогать. Одну руку скажите быстрее, я тупая, я не соображу. Блин, ваншотнули, ашотнули. Я так не могу, все, до свидания. Где команда, сам лохушка? Может быть, в ячишке ей надо вон в те... Вон в ячишке надо долбить. Понятненько. У меня ухо горит, кто ругается? Объясните, пожалуйста, быстрее. Ты запомнишь, где труба или нет? Я дом, что труба шатать. Блять, вон труба. Ну, я нормально же иду, ну. Все, по ГОСТу иду. Блин, я думала, он застрянет в этой ветке сраной. Офигел, ты кто? Не трогай, пожалуйста, пожалуйста. Бля, братан, не надо. Сука. Сейчас со злости всех убью. Блять, он каменный, блин. Лохушка, сам лохушка. Ну, типа того, да? Угу. И где вторжение? Ты мне обещал вторгнуться в мои владения, а нету. Как бы... Блять, сука, ты то вторгается-то, блин. Отлетаешь быстро, у меня острый клинок. Что он легкий, я даже не смаканула. Ой, фиг тебе, не съешь меня, дурилка картонная. Вот такие штучки есть. Чепушила. Быстрее пей водицы. Ты, сука. Душечки всякие. Душечки, пердушечки. Тут не работает. Спуск-скс. Я знаю, где спуск. Вот спуск.
ноготочки. Девочки записались на ноготочки. Пупсика нет. Сейчас пойду убью вон ту хуйню. Да как я тебя убью? Подожди, подожди, подожди. Ой, я пупсика найти не могу, подожди. Может тут как спрыгнуть? Нет, никак. Пупсик, нет. Я нашла! Так, что у нас, какая проблема? Можешь спрыгнуть. Я боюсь, меня они сожрут. Бля, вкусненько, да? Ммм, мясорубка, мясорубка. Ой, я вылезла, прикинь. Ой, отравление пошло так нечестно. Мать твою, беги, дурень. Бля, у нас тут просто эпик битва. Я не вижу ничего. Оружие в опасности. Меня сожрали. Бляха-муха, меня вкусняшечка. Ух, кошмар. Ладно, нормально все. Надо было убить всех, кроме одного. С оружием у нас проблемы, мы должны его полечить. Я помню, как это делается вроде как. Вот так вот. Жух-жух-жух, жух-жух-жух. Тихо. Хеллоу-хеллоу, блин, у меня все плохо, хеллоу. Может, болт забьем? Блин, там дождь, там все капает. Это вот этот снег нападал, как собака. И просто все теперь тает, там каша такая под ногами. Неприятная херня. Пока я вот так. Пока вот так. Вот так. Едем. Нет, точнее, косточку юзаем. Косточку. Я не тупая совсем. Вот так делаем. Ё-моё, где косточка-то? Вот. Хоба. 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 Могу, умею, практикую. Научилась играть в Dark Souls спустя миллион стримов. Yeah. Блядь, я поняла. Я сейчас умру. И... Что? Что делать? Это было самое эпичное юзанье косточки возвращения во всей вселенной Dark Souls. Хватит, ты, блин, ходи. Да, блин, да ты застряла. Блядь, я застряла, твою мать. Бля, ну... Блядь, уродство. Ура, мы вернулись к началу стрима. Привет, как дела? Как твои делишки? Как жизнь? Как все? Вон мне на почту пишут, надо сходить за какой-то посылкой сразу. Ладно, поехали. Дубль 2. Ой, господи. Ой, мамочки. План понятен? Нет. Тихо, аккуратно тут эти... Какой прыжок, братан? Ты нагружен, братан. Физика. You know. Все спокойно. Блин, ну и драндулет. Я думала, он лакшери. Да встань ты, говорю. Винишка надо подлечить. Ладно, поехали. Вау! Так, ну что, настал момент истины. Ура! У меня получается попадать. Ура! Спустя 2 часа. Ура! Такие дырочки. Это ты что мне показываешь? Ты что, обалдел? Стрелы не те. Купила. Прикинь, я на все деньги не те стрелы купила. Я тогда чокнусь, блин. Он спит, он врет, он не спит, он пиздит. Блять. Как меч приготовить? Ой. Хо-хо-хо. Пупсик. Нет. Я за ним, блядь. Нет. Ура, ура, пупсик, пупсик, мой зайчик. Пупсик, иди сюда, не это самое. Тихо, ч-ч-ч-ч-ч. Ты ж горишь, пупсик, ты чё, дурак? Ты чё тут встал? У нас отравление, пупсик.
все норм, а ты говоришь запорола. Ну все, Моторола. А это что такое за дырочка? Не понял, что за дырочка. Сейчас скажешь, куда пошла Алло? Куда пошла Алло? Блядь, напугал меня, я сейчас чуть не описалась. Где мои кости? Чик-чик-чик. Все. Бля, столпились, а? Столпились, блин. Видал, что могу? Охереть, вот это комбо-бомба. У-ху. Вон туда. Вон туда, может быть. Охуеть. Чертила! Ой, мамочки, едет ко мне. Ой, мама. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ой, скипнула. Фух, мастерство. Он не идет за мной. Лох. Работаем, девочки. Моя зая. Там кто это такие? А, это чепуши. Это плохие. Там мой зая. Там мой цоляр. Я ты, бра... ты чё, дурак? Он обезумел, походу. Ёбудал совсем. Ебать, ты какой-то, какой-то ты этот. Иди-ка к черту. Придется его убить, сорян. Или он меня. Прости. Если бы ты скормила 3 человека в той паучихе, то открыла бы ворота с другой стороны, и соляр бы не спятил. Это второй варик. Все ясно, блин. Теперь он не мой друг. Открывай врата. У-у-у, открой мне. О! Какой лут? Руины демонов. Какой лут-то, блин, не вижу. А, вижу. Личинка света. Ни хрена себе ты личинка. Вот это личинка света, запомни. Личинку света уж я запомню. Это шапка? Это шапка? И что теперь с ней делать? Чё, кого? Померить ее сейчас. Ты меня за... Блядь, тихо, сзади. Я чувствовала жопы, нет! Братан! Вау, I'm amazing, bitch! Ты посмотри, какая я красивая! Можно я в ней похожу? Она такая красивая. Сейчас скажет, она тебя делает... подворотник. Не трогай. У меня шапочка, не трогай меня. Ведь у меня звезда во лбу. Вы готовы, дети? Я нет. Ой, сучара, подожди. Пара-пара-пам, ничего страшного. Кто-то там приплыл за мной. Спокуха. Да, спокуха, все хорошо. У меня шапочка есть теперь, модная. Модношапка, лухари стайл, направо беги. Как скажешь. Опа, папа. Ребутать, да? Ребутаю. Сейчас она пройдет, эта штучка. Я Alt F4 нажала просто, я не понимаю, как делать, что. Ну, произошел ребут или как? Как ты думаешь? О! Произошел! Так произошел ребут или нет, я не понимаю, где эта хуйня. Ай, не-не-не-не. Теперь налево. Спасибо, капитан, очевидность. О, тихо, блядь! Там дырка! Ты чё, дурно? Ай, на-не-на-не! Пизду, я Alt F4 нажала опять. По-моему, мы зафейлили вот эту всю комбинацию. Ничего не знаю, я пошла по новой делать. Это все по-человечески. Я не понимаю! Сука. Я не понимаю! Кстати, я вспомнила, у нас Red Dead Redemption не пройденный уже давненько, мы туда не заходили. Едем, чё? Чё-то как-то немножечко что-то пошло не по плану. Я оставлю мотоцикл тут, а сама побегу драться с ними. Блин, он мой мотоцикл увидал! Вы охерели, что ли? Они меня грабят, прикинь! Прикинь, сейчас сядет, уедет, я его убью тогда. Ты охерел? Ты охерел, братан! Парировать тут даже есть, понял? Жопа с ручкой просто!
Вас вынесли с враждебной территории, ваш груз украли нахер. Как я могу пойти, если она нам руками машет, как вообще, как ветряная мельница, собака? Нет, нет, нет! Так, налево есть безопасное местечко. Ты не понимаешь, что делать быстрее, быстрее. Налево, вон, дырка, дырка. О, видал, что могу? А, да, получается. Е-е-е, ребут, да-да-да, делать ребут, да, точно, правда? Так, значит, делаю ребут. Фух, давай нормально теперь с мечом, с калачом, погнали биться. Мама. Охереть, она это того ваншотит. Ого, нихера себе, больно, между прочим. Ой, мама, подгорает, подгорает. Подгорает. Да ты задолбала дерево. Да... Все понятно, до свидания. Шапочка в опасности, все в опасности, капец. Вот, ну, вот, да она двумя руками херачит. Еще треть, так, дурила. Спасибо, заебись, она меня скинула в помойку. По центру под ним прямо будет дыра, вниз, вместо будет посадки, взлетай и приземляй. Чего? Еще взлетать? Я тебе что, летучая? Я тебе как взлечу-то, блин? Ты дурак, что ты делаешь? По центру. И ты-то еще куда пришел? Так, ладно, все, тихо. Ты лети быстрее, мой хороший, лети, мой лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, делай в круг. Опа, ну я почти поняла. Так. Место посадки. Тихо! Ой, упс. Блин, посадка прошла, успею заебись, я села. Если будешь сейчас пыхтеть на меня, то я включу Кодзиму. Буду тебя пугать Кодзимой. Сейчас как включу Кодзиму. Парировать тут даже есть, понял? Во-первых, Алина Вячеславовна, а во-вторых, Кодзима Ленин. Помягче со мной. И все. Блин, подгорает у нее уже, да? У меня тоже. Да чубундра, собака. Блин, я не понимаю, не могу. Нет, ну тупая ты. С глазомером проблемы. Но не сегодня. Я пытаюсь вткнуться в один из как бы контактов, и у меня рука скользит. Я нихера не понимаю, руки трясутся, глаза ебутся, ничего не понятно, ничего не видно. И я, короче, позвала более молодого мальчика, как раз с которым мы все сделали. Чики-пики просто. Сколько раз сделали с мальчиком молодым? Один. Желательно много раз. Раз, раз, раз. Я старая, больная женщина. Что вы от меня хотите? Один разочек позвонили и пошли по... И не надо надо мной смеяться. Блять, она меня кинула сама туда. Ну, почти было. Что вы ржете, как эти самые? А-а? Я не понимаю. У меня сейчас психоз будет. Я хочу идти доставлять свои посылки. Вы знаете, сколько мне посылок там надо? Охереть. Просто я полный Алиэкспресс нафиг. Надо попить гинкоум. Память от ушей, да, как ноги. Так, да сука! Тороплюсь. Нет! Но... Обидно, между прочим. Почти дошла до дырочки. Там эти руки, руки. Руки милые пары лебедей. Нет! Да сука, ты куда ты меня стреляешь-то, блин? Ты подстрелила меня! Я сейчас чокнусь. Так, 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 нахрен. Гейзеры не успеют газнуть. Зато успею газнуть я. На колени смерть. Я поняла, я тупая. Я слишком рано подпрыгнула, она меня подхватила. Вообще прыгать нахуй не надо. Но мы будем быстро делать это. Сделай это быстро. Хо-хо. Это самый геморройный босс во всей истории геймов. Так что все почти хорошо. Это самый геморройный босс. Охереть. Значит, кто придумал? Зачем это он придумал? Ну, как он? Вообще, как ему? Очень. Я лучше выпью, знаешь? Нет, нет, не падай! Браток, не падай. Давай, не надо. Да! Тихо, блин!
Нет, гейзеры, суки! Тихо, аккуратно, блядь, пей быстрее. У, сука, ура! Все, работаем. Уроды. Ну что за корни, корешки? Как же долго, ну капец. Это что за душа? Эхе-хе-хе, ракашку убила, победила. Блин, поздравляю, спасибо всем. Великая душа, охереть. Нихера себе душа. Ужас. Сколько там попыток было? 55, наверное. Думаю, да. Ну, как раз мой размерчик. Пара-пара-пам. Бинго. Прикольно, мне понравилось. Не считая, что пошатнулось мое психическое здоровье. А куда теперь идти-то? Непонятно. Я молодец, давайте слойку с вишней. Пойду поем, а я пойду отдохну и пойду в Кодзиму. Кодзима Ленин. Кодзима гений.